В администрации региона губернатор собрал заседание по чрезвычайным ситуациям. Тысячи жителей Барнаула и Заринска вот уже несколько дней остаются без жиженного газа. Причина – сильные морозы. Александр Карлин поручил газовикам отладить установки и возобновить подачу топлива до конца недели. При этом в Рубцовске глава края сегодня ввел режим ЧС. Запасов угля на Северной или, по-другому, одной из двух тепловых станций города осталось всего на несколько дней. А как эксплуатировать станцию в устойчивом режиме, ну, для начала создав нормативный запас угля? Ну, до конца ноября за 8 – 20 тысяч. То есть с учетом расходов у нас на 1 декабря будет 20 тысяч. Вопрос теплоснабжением Рубцовска Александр Карлин поручил решить в ближайшее время. Елена Макаренко, Александр Морозов. Наши новости.